Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталі Ігнатенко. Глядіться у гэтым випуску. У Беларусі почалося централізоване тестування. Першое випробування по білоруській мові сьогодні пройшли 28,5 тисяч абітурієнтів. Молодіжний конкурс «Аутосеньярита» 2017 провели сьогодні у Гомелі. У Єльську пройшла обласна громадсько-патріотична акція «Моїй країні 2017». До уделу у ЙОЙ запросили народних майстров і господарів агросядіб, які визначаються нестандартними підходами у праці. І більш подробязно об гэтым не тільки. У Беларусі почалося централізоване тестування. Першое випробування по білоруській мові сьогодні пройшли 28,5 тисяч абітурієнтів. У приватності на Гомельщині на централізоване тестування зареєстровано 43,5 тисяч чоловік, що амаль на 5 тисяч більше, ніж летось. Самим популярним предметом серед абітурієнтів з'являється руская мова, на другім місці – математика. Централізоване тестування буде проходити до 2 липня. Резервові дні з 30 червня по 3 липня. Початок іспитів у 11 годин. Сертифікати абітурієнти зможуть отримати 10 липня у пунктах проведення ЦТ. У республіканському біологічному заказнику Дніпросожські знайдені нові види рослин, які занесені у Червону книгу Білорусі. Розміщений у Лоївському районі заказник з'являється територією справді унікальної природи. Станом справ у заказнику поцікавився Олег Сенцеров. Значення республіканського біологічного заказника Дніпросожські тяжко переоцінити. Наперед можна поставити бодай що тільки Біловецьку пущу і Національний парк Прип'ятський. Сьогодні тут налічується більше 50 видів флори і фауни, які занесены у Червоную книгу Беларуси. Переваги мясцовой природы люди оценили еще у середине каменного века, когда на этих землях заявились первые поселища. И навод зараз, когда вся территория заказника находится в пограничной зоне, жадающих отпочить хапая. Тем больше, что уход на территорию заказника не заборонены. Очень много приезжают отдохнуть с России, с Украины, с самой Москвы приезжают отдыхать. Ну и Гомель очень часто здесь, рыбалка. Очень красивые места. А проча так званых диких туристов, частые гости у заказнику организованной группы. Маршруты на любой густ, на водном и автомобильном транспорте, те пешки. Правда, при этом необходимо притримливаться певных правил. Больше 14 тысяч гектаров находится под особливой оховой, а тому за нанесенную природе шкоду предупреждены достатково высокие штрафы. У Орешки это соправды уникальный куток, який необходимо обовязково зберегчи. На слиянии двух самых больших рек Беларуси, Сажа и Днепра, много заливных лугов и дубрав, и вообще это и способствует разнообразию видов флоры и фауны заказника. По выразу экологов, Днепросожский заповедник – это соправдное царство флоры и фауны. Дубравы, сосняки, дековые, декоративные, навод техничные рослины, плюс редкие птушки и не вельми распосюдженная у инших водоемах рыбы, на кстат серледи. Сегодня на территории заказника наличиваются 52 представники Червоной книги Беларуси. Хоть у администрации установы кажут, что до этой лишь бы необходимо относиться осторожно, в том сенсе, что она постоянно повеличивается. На самом деле, их, я думаю, больше, потому что исследования еще мало проведены, и я думаю, что будут открытия еще. Олег Сенцеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Лоївський район. 26 работников гомельского гарнизона МНС, которые были мощнейшими по выниках районных этапов споборництва, приняли удел в конкурсе «Лепший начальник дежурной смены подразделения по надзвичайных ситуациях Республики Беларусь». У программе испытал два основные этапы. Огневая полоса психологичной подрыхтовки, якая включая у себе проходжение перешкод у специальной аварийно-воротовальной экипировцы, и эстафета, якая уявляя собой раскладание линий пожарного рукава и транспортировку потерпелого. Штогод конкурс выявляе лепшых выратавальнікаў. Тыя, хто яго праходзяць, лічацца поўнасцю падрыхтаванымі да надзвычайных здарэнняў у рэальных умовах. Этот конкурс праводзіцца ежегодна для того, чтобы определить более подготовленного начальника караула со всей области. Здесь участвует 26 человек. Из них мы отбираем трех сильнейших, которые будут представлять на чемпионате республики нашу область.
Молодежный конкурс «Аутосеньорита» 2017 отбылся у Гомелі. Позмагаться за престижный титул вырашили девчата, которые имеют водительское посвящение и автомобиль. У конкурсной программы 5 этапов. На суд жюри удельницы представили творчую визитную картку на тему «Мой пешотный железный звер». А так само постарались выказать свою индивидуальность с допомогой декоративного упрыгоживания автотранспорта. Одним из конкурсных выпробований является проверка удельниц на ведание правил дорожного руху. Проявили себе конкурсантки и на практике, выконавши основные элементы керования. Диагональная парковка, заезд задним ходом у бокс и переодоление подъему эстакады. Организаторами шоу выступили областное управление ДАИ и областный комитет громадского объединения БРСМ. А кроме титула «Аутосеньорита-2017» яны засновали еще несколько номинаций: «Аутоинтеллект», «Аутозачарование», «Аутохуткость», «Автомати» и «Аутоледи глядац». Симпатии. Конкурс проводится с 2011 года, и нам приятно отметить, что эта инициатива вышла из Гомельской области, и сегодня этот конкурс принял масштаб республиканского. То есть в каждой области проходят вот такие отборочные этапы, и затем уже представительницы из каждой области встречаются в финале. Победительница нашего областного этапа также представит Гомельскую область 20 июня на конкурсе, который будет проходить в этом году в городе Гродно. 11 лет за рулем. Вот, живу машиной просто. Я каждый день получаю удовольствие от езды на работу, с работы, в детский сад за детьми. Вот. Этот конкурс, это, как я уже говорила, первый шанс и последний был вот получить вот этот самый диплом. Потому что в этом году мне исполняется 31 год, и, естественно, на следующий год у меня уже такой возможности не будет. Огромное спасибо организаторам. Все было на высшем уровне. Интересно, весело, оживленно. Протягивается проведение областной громадско-патриотичной акции «Моей краине 2017». У минулые выходные ее примали у Ельску. За ходом мероприемства назирали наши корреспонденты. Хойники, Брагин, Будакашалёва, Ветка, Добруш и теперь Ельск. Сёлета акция «Моей краине» пройдет во всех районных центрах Гомельской области. Причем ни в одном городе она не подобная на иншие. Усюды свои мясцовые особливости. У Ельску упор зробили на региональную культуру и запросили на акцию як народных майстров, так и господаров агросядиб, которые вызначаются нестандартными подыходами у працы. Урэште усё гэта визитная картка района, об якой есть подстава нагадать еще раз. Обовязковые удельники акции – громадские организации. У тым лику их районные отделения. У кожного своя программа, але одна задача – притягнуть людей до реализации корыстных справ. Починаючи от звычайных написанных на паперы пожаданию своей краине на кшталт «Спокою и миру без войны» до доброчинной акции по сбору сродков. Для лечения ракового захворывания у мясцовой жихарки необходимо собрать каля 42 тысяч долларов. До оказания допомоги долучился литерально у весь район. Мы всеми организациями собираем, где-то на массовое мероприятие выходим, надо помочь. Девочке 22 года всего лишь. И мы просим всех, кто неравнодушен к чужой беде, пожалуйста, откликнитесь и помогите. Одно из центральных мероприемств акции «Моей краине» – концертные нумары. На сцене как мясцовые таленты, на недохоп яких у Ельским районе николи не скардились, так и гомельские выконавцы. Дети и дорослые – лауреаты областных, республиканских и международных конкурсов. Дуэт «Небаян Стайл» тримает увагу глядачу на протягу усяго выступления. До этого инструмента у жихару Ельску увогуле особливые относины. С 2000 года по инициативе Гомельского облвыконкама и Ельского райвыконкама тут проводится фестиваль «Грай гармонию», який летась прошел уже у 9 раз. А тому гармонии баяны на Полесье вельми популярные, як до речи и у вогуле на Гомельщине. Есть возможность показать баян в разных направлениях совершенно. Как и в классике, да, в современной обработке классику играть, также и какие-то народные вещи играть в современной обработке. И это интересно как пожилым людям, так и молодежи. Стать удельником акции «Моей краине» может кожным. Урэште любить и поважать свою родиму, почуццё от сердца. 17 червня эстафету примут Житковичи. Олег Сентюров, Марина Джала, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» з Ельска. И опошнее поведомление. С 12 по 30 червня у Доме профсоюза по улице Советская, 29, проходит кермаш «Цар мед». Свежий мед по цене от 7 рублей за килограмм. А так само товары для дома и дачи. Усё по 3 рубли 50 копеек. Час работы кермаша с 11 до 18 годин. Гэты, а так само іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайте у інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць мой калега Максім Савін.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова